Всем привет! С вами, как всегда, Олег Мартин, там 228 тысяч, я хочется называть, короче. И сегодня мы опять играем в Space Life Simulator. Поэтому мы построим новую ракету. Ладно, на самом деле я уже построю. Главное найти. Да. В общем, это ракетка. Так, я тут опять, и сегодня я хотел вам сказать, что я попробую полететь на Луну. До Луны. Несколько раз я прилетал возле ней, где-то вот на этом расстоянии. Но всегда было мимо. Но теперь я попытаюсь покорить ее здесь. И мы сможем, надеюсь. Ну, надеюсь. Окей. Поехали. Чёрт. Так, цена надо. Не, пускай туда. Нам главное. О, уже закончилось. Отсоединять. Я ж надеюсь, нам хватит топлива. Это надо надеяться. Да, я, кстати, вот эти уже штуки поставил. Отсоединить! А! Чёрт! Быстрей! Так, ладно, прилетело. Так, на карте мы довольно-таки уже далеко от Луны. Летим дальше. У нас нету шансов, но все равно будем пытаться. Теперь, по идее, должны поворачивать. О, мы покинули. Теперь поворачивай. Я ж надеюсь, что это сработает, да? Да. Кстати, я хотел вам сказать, что эти две игры в предыдущем видео, которые я снимал, они будут чередоваться. То есть сначала это, потом майнер. Это майнер. А, вообще по майнеру там я вам покажу одну штукенцию. Отсоединять. Да блин, короче. Траектория. Окей. Мы просто понаблюдаем за прекрасным, как мы летим. Как прекрасно мы летим. Что? И сейчас мы должны, по идее... Нет. Ну не так, прошу, провертись. Ладно, будем пытаться кликать. Метод тыка. Давай. Мне кажется, что у нас еще не получится. Спасите! Давай! Ну! Аллилуйя! Мы спасены! По идее, да? Так, а загада? Сколько? Отлично!
Неужели мы высадимся без потерь? Надеюсь. Вот наш кораблик летит ко дну. А чё парашют не раскрылся? О! Фин открылся теперь полностью. А что я? Провернулся! Быстрей! Делать, не будем огорчаться, надеюсь, что у нас получится еще раз. Добель 1875 тысяч. Я не знаю, что я сказал. Кек загрузы. Тогда еще раз пытка, не пытка. Попробуем так теперь на тем. Мин важен меньше, но при этом... Отлично. Ах да, это вообще спутник предназначено. Но ничего страшного, полетим, короче, цей. И так зайдет. В общем. Ничего страшного, ракеты медленно едят, в принципе. Ну, если подавиться на самом деле, то они жрут со скоростью света. Что, я печально. Так, наша траектория, конечно, прекрасна, но мы поменяем ее. Да не так сильно. Главное поменять не так сильно. Ну вот, летим хорошо. В принципе. Наш мы тут будем на сфере. Скоро мы уже будем в космосе. Кстати, я нашел баг. Вот, смотрите внимательно. Отсоединить. Отлично. Ура, мы покинули, теперь наша траектория, давай, надеюсь, что все будет хорошо, и мы дали до той луны. Такой же я 100 раз пытался. Ладно. Как там полет? У нас все успешно. Ни один спутник не мешает. И там лететь тоже, Зань. Так, в принципе, траекторию начинает. Сами начинаем поменять теперь. Черт, нам лететь-то далеко. Так, неужели у меня... Не-не-не-не-не-не-не-не. Ну-ну-ну-ну-ну-а! О, твою... Блин, ладно. Простите. Однако у нас теперь есть и еще один спутник! Что ж, нам ничего не остается, их просто раскрыть. И мы улетаем. Зато все штукенцы, которые отсоединены, почти что попали.
Ладно. А, да, я забыл. Тут все мои неудачные попытки. И они вращаются возле солнца. Ну ладно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, надеюсь, что поставите. Подписывайтесь на канал, там, наверное, если захочет. И сегодня или же завтра я выложу еще один новый ролик. Всем спасибо, всем пока.